Всем привет! Меня зовут Вика, и я менеджер новых проектов в компании Комплета. Сегодня я расскажу про то, как увеличить конверсии сайта, не изменяя сам сайт. Нам предстоит разобраться, что такое CDP-система, какими ее инструментами мы пользуемся в Комплета и как CDP-система может быть полезна для вашего бизнеса. Начнем с теории. CDP – это система, объединяющая в себе преимущества CRM, система управления взаимоотношениями с клиентами, и DMP – платформа управления данными. CRM хранит сведения о клиенте, а DMP собирает анонимные данные, такие как куки, IP, тип устройства, что позволяет маркетологу проводить глубокую аналитику и грамотно выстраивать коммуникацию с клиентами. Обычно DMP и CRM никак не связаны между собой, но благодаря CDP-системам их получается объединить. Таким образом, сведения о клиенте собираются в одном профиле, от количества переходов по рекламе до разговоров с операторами колл-центра. Система позволяет выстроить коммуникацию на принципах амниакальности, интеграции разрозненных каналов коммуникации в единую систему. Персонализации, то есть генерации индивидуальных сообщений для неограниченного числа сегментов, и прозрачности, когда все данные собраны в одном месте, что позволяет оптимизировать маркетинг на основе глубокой аналитики. Технологический стек CDP-системы подбирается согласно целям, которых планируется достичь. К сожалению, для маркетологов процесс приобретения товара или услуги почти никогда не является линейным. Принцип «увидел рекламу, пришел, купил» наивно упрощает процесс и может привести к снижению продаж и эффективности. Как же этого избежать? Необходимо прорабатывать путь клиента для каждой группы целевой аудитории, которая представляет собой путь от первого касания до конверсии в продажу. В процессе путешествия по сайту клиент должен пройти путь осознания потребности, получения ценностного предложения, отработки возражений и формирования доверия к бренду. Теперь поговорим о том, какие инструменты мы использовали. На платформе CarrotQuest мы создали цепочку из поп-апов. Цепочка состояла из двух баннеров и вела с блога на кейс и с кейса на услугу. На этом этапе формируется схема коммуникаций, которая может быть реализована в формате таблицы. Теперь перейдем непосредственно к реализации. Вот так выглядят баннеры, которые мы сделали. Если вы частый гость на нашем сайте, то вы наверняка видели некоторые из них. Баннеры можно кастомизировать, используя изображения, различные форматы кнопок и дизайнерские элементы, создавая их в фирменном стиле компании. Далее поговорим о возможностях баннеров. Баннер можно прикрепить к одной или нескольким страницам, установить время, через которое он будет всплывать, а также установить условия для показа баннеров по сегментам аудитории, то есть показывать разным людям разные баннеры, даже в рамках одной страницы. Следующим шагом рассмотрим цепочки баннеров более детально. Наверху экрана можно увидеть, как баннеры выглядят в системе, а ниже представлены готовые поп-апы. Рекомендуем ограничиться цепочкой из 2-3 баннеров, поскольку воронка сильно сужается на каждом этапе цепочки. Система позволяет отслеживать значимые для вас события, например, переходы на следующий этап воронки. Также можно отслеживать, сколько пользователей прочитали баннер, сколько перешли по ссылке и тому подобное. Это позволяет отслеживать эффективность всей воронки и оптимизировать каждый из ее этапов. С интеграцией CarrotQuest наша конверсия выросла почти в 2 раза. По данным независимых исследований, можно сделать вывод об эффективности автоматизации маркетинговых активностей. Как маркетологи оценивают результаты от внедрения инструментов автоматизации? Автоматизация позволяет поднять продажи с сайта на 429% за год. Прогрев по пути клиента подтолкнет к решению ту целевую аудиторию, которая иначе отказалась бы от покупки или ушла к конкурентам. Автоматизация повышает на 14,5% продуктивность продаж и снижает маркетинговые расходы на 12,2%. Система позволит автоматизировать рутинные действия, которые отнимают много человека часов. Бизнесы, которые внедрили автоматизацию маркетинга, получили рост квалифицированных лидов на уровне 451%. Подогретые лиды тратят больше денег на покупку компаний, которой они доверяют. Однако поп-апы — это не единственная механика, которая есть в CDP-системах.
так как мы использовали Carrot Quest, здесь мы также приведем те виды маркетинговых активностей, которые они предлагают. Например, это сегментация лидов. Второе — это чат-боты. Можно создать как своего чат-бота с нуля, так и выбрать уже готового под конкретную задачу. Например, разгрузить поддержку или прогреть клиента. Далее хотелось бы упомянуть диалоговые окна. Когда вы в них заходите, вы видите всю информацию о клиенте. Сколько раз он заходил на сайт, что он делал, подписан ли он на рассылку и так далее. Это позволяет лучше узнать свою целевую аудиторию, сегментировать ее и прогревать, и конвертировать в продажи. Хотите также? Переходите на сайт Комплета, оставляйте заявку на сотрудничество, и мы предложим вам решение для кратного роста продаж. Обязательно ставьте лайки, если вам понравилось видео, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить наши новые ролики. До новых встреч!